вековой истории можно рассказывать долго. Каких только бурь не проносилось над городом. Мы расскажем лишь об одном его жителе. Ему уже за 80. Но старость, она страшна тому, кто ей поддастся. Каждый мальчишка в Аше знает этого человека. Эргеш Алиев. Первый киргизский генерал. Чекист легендарных 30-х. Командир особого отряда по борьбе с басмачеством. Начнешь вспоминать, и как наяву возникает былое перед глазами. Вот они, картины той жизни. А вот еще и еще. А это 17-й. Революция, октябрь, большевики. Слова, отбитые телеграфными аппаратами всего мира. Революция, революция. Отзвуки октября волной страха пронеслись над феодальным укладом жизни юга Киргизии. Год впроголодь от батрача Кубая, батрацкий сын Эргеш получил в вознаграждение за труды тяжкие пуд гнилого риса. Да разве так было только у Эргеша? И с надеждой обращал трудовой люд свои взоры в сторону России. Но какое ожесточенное сопротивление баев, манапов, духовенства встречала советская власть на своем пути. И на юге Киргизии разворачивались классовые бои. Вихрем, водоворотом событий втянуло в них батрацкого сына Эргеша Алиева. Подросток включился в борьбу. Много людской крови было пролито на этой земле. Аксакалы, собравшиеся здесь, вокруг нашей киногруппы, еще помнят банды Стамбека, Мадемара, Асырхана Тора. Помнят зверства, чинимые басмачами. Помнят тех, чью жизнь оборвала бандитская пуля, басмаческая сабля, предательский удар ножом в спину. А здесь, в ущелье, отряд Алиева уничтожил остатки банды Абдугани Ишана. Сегодня рядом с генералом его соратники – тезка Алиева, старый Эргеш и боевой товарищ Бакир. Время неумолимо. Эти деревья были тогда молодыми, зелеными побегами. Что уж говорить о людях. А ведь когда-то по этим кручам легко взбирались наверх под вражьими пулями с винтовкой наперевес. Здесь, у водопада, погиб первый военный учитель Эргеша, первый комиссар, встреченный им, замечательный чекист и революционер Латыш Планис. Жизнь свела их еще в 20-е, в селе Аушка, одном из самых неспокойных мест Пахтаабадского района. Храбрости и лихости, учил Планис, мало для красного командира. Нужно твердо уяснить, за что борешься, во имя чего взял в руки оружие. Время не сохранило фотографии Планиса. Время стерло с лица земли и его могилу. Над могилой, вырытой клинками, гремел прощальный залп, в изголовье клали буденовку и мчались дальше, преследуя врага, теряя других товарищей. После трехчасовой перестрелки внезапно перед врагом во весь рост встал Планис. «Сдавайся, Абдугани!» – прокричал. «Пожалей людей своих, если себя не жалеешь».
Одинокий выстрел разорвал короткую тишину. И упал на землю Планис, сын далекой Прибалтики. Кто знает, как сложилась бы судьба Эргеша, не встретил он уполномоченного ЧК Планиса. Не победи тогда Абдугани Ишана, муллу-убийцу, проклятого во всех окрестных кишлаках. Вернувшись на следующий день в казармы и едва сдав пленных, Алиев пошел к комиссару и подал заявление о приеме в партию. Вот эта Акташская, в 300 километрах от Аша, долго еще звалась в народе кровавой дорогой. Сожженные сельсоветы, замученные коммунисты и комсомольцы, сельские активисты, боль, насилие, гнет. Старый Камал узнал о засаде, устроенной бандитами для отряда Алиева, совершенно случайно. Басмачи решили пропустить отряд в ущелье, и здесь с двух сторон обрушить на конников смертельный шквал горных обвалов. Рискуя жизнью, Камал предупредил чекистов. Он не был большевиком, активистом, он даже грамоты не знал тогда. Он был просто мудр исконной народной мудростью и чувствовал, на чьей стороне правда. И потому не мог поступить иначе. Бойцы не пошли по дороге, где ждала их засада. Смелый обходной маневр был предпринят по неприступным хребтам, и затем лавиной обрушились на врага. Высокогорная дорога перестала быть кровавой. В удостоверении, выписанном Алиеву в 1932 году, указывалось, что отряд под его умелым руководством, беспрестанно находясь в боевых операциях, ликвидировал банды Рахман Пансата и Самуддина Абдураима. Здесь тоже гремели бои. Очередной отщепенец, собравший три десятка сабель, терроризировал весь район. В борьбе с басмачеством не было тылов. Враг появлялся неожиданно, стрелял из-за угла, а после каждой встречи вот так же бродили по полям пони, без всадников, навечно приникших к родной земле. И кажется, до сих пор цел мост. И также журчит ручей. Вот только многих, очень многих нет уже рядом. Они были молоды, ополченцы тех лет. Смогут ли до конца понять их сегодняшние молодые? А здесь наша машина встала. Техника подвела, не смогла пройти дальше в гору. Обед состоялся, как говорят киргизы, на гриве коня. В нашей киноэкспедиции было много дорог. Вместе с нашим героем мы повторили маршруты жарких схваток. Удивительно устроена жизнь. Эти люди тогда были по другую сторону баррикад. Обманутые богатеями и духовенством, они повернули оружие против советской власти, против своего народа. Мы долго искали их. Нет, не для того, чтобы упрекнуть, не для того, чтобы что-то выяснять сегодня. Они давно искупили свою вину. Целая жизнь пролегла между прошлым и настоящим, осознанная, отданная труду. И все-таки хотелось посмотреть в их лица, посмотреть и понять. Война – состояние неестественное для людей. Люди хотят строить. Люди хотят убирать хлеб, вести воду в пустыню, растить детей. Уникальные кадры кинохроники тех лет доносят до нас события давно минувшие. К
Канули в лету убийцы муллы и кровожадные баи. Мирная эра созидательного труда ступила на киргизскую землю. Но не сложил оружие Алиев. Для того, чтобы могли спокойно трудиться люди, не расставался с ним боец. Свыше 40 лет отдал он советской милиции. Счастливо прожита жизнь тогда, когда есть кому передать свое дело. Нечасто вот так собирается вместе вся эта большая семья. Дети, внуки, 17 правнуков. Одни живут в Таласе, другие во Фрунзе. Кое-кого забросила судьба и за пределы республики. Но какое же это счастье, какая радость, когда съезжаются все. Разве эти молодые ребята ему менее родные? Они лишь вступают на тот путь, который так доблестно, так отважно прокладывал он. У них еще все впереди. И первый подвиг, и офицерские погоны, и жизнь. И, может, профессия такая, боль потерь. И это роднит их сегодня, безусых мальчишек и седовласого генерала, прошедшего путь от бойца Красной Армии до начальника милиции области. Сияют на его кителе орден Ленина, орден Красного Знамени, три красных звезды, два знак почета, почти дюжина медалей. И вновь проходят перед мысленным взором друзья-чекисты, отдавшие жизнь за день сегодняшний. Те, кто, идя с ним в одном строю, не дошел, сраженный врагом. Пал в борьбе с басмачами, или под Москвой, Курском, Сталинградом, Берлином. Сегодня эстафету их подвига принимают они. Так похожие на него тогдашнего и совсем иные, еще ничего не совершившие. Потому что они, как и он, генерал Эргеш Алиев, начальник штаба обкома комсомола по патриотическому воспитанию молодежи, председатель Совета ветеранов МВД Ошской области, они тоже готовы к подвигу.